І воно в нас становки ожидає колісниці, предвкушені кружки пива, в понедельник утром жизнь тяжела. А кругом простые люди, что толпятся, ходят транспортом чудоги, Ивановым наступают ему прямо на крыла. И ему не слиться с ними, согражданами своими, у него в кармане сахар, у сограждан в лучшем случае беда. Иванов читает книгу, и приходят контролеры, и штрафуют Иванова. В понедельник утром все всегда не так. Он живет на Петроградской коммунальной, в коридоре между кухней и уборной. Уборная всегда полным-полна. И к нему приходят люди с чемоданами портвейна и проводят время жизни со сравнительным анализом вина. А потом они уходят, только лучшие друзья и очарованные дары остаются с Ивановым до утра. А потом приходит утром все прокуренно и серо, подтверждая старый тезис, что сегодня тот же день, что был вчера. Bum 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 b